А знаете, как он выглядит, да? Ну да. Ну все, вы так просто задумались, и так, на всякий случай. А подсказку можно? Это Европа. Ну такая себе подсказка. Подождите, забыла вопрос. А, откуда родом Альфред Нобель? Пушкин. Пушкин? Да. Фу ты, блин. Индия? Нет, сейчас. Тадж-Махал. Ну, такой слот в Балбете есть, я точно знаю. Пусть будет Германия, но это, если что, Швеция. Сегодня прохожим мы будем задавать простые вопросы на эрудицию. А может, для кого-то они и покажутся сложными. Это мы и узнаем. Кто написал сказку о рыбаке и рыбке? Реакция у всех такие: ой. Такие вопросы, потому что я теряюсь постоянно. Лучший писатель русской литературы. Достоевский. Опа. Вот, кстати, какие у всех разные ответы получаются? Ну, это Пушкин. Я вот не знаю, почему я такой вопрос задаю, но пусть будет Пушкин. Это Пушкин. Окей. Пушкин. Правильно. Пушкин? Да. Ой. Не знаю. Первый писатель, который русский писатель, приходит в голову. Пушкин. Это он и есть. Ура, хорошо. Не знаю. Это русский популярный писатель. Вот самый популярный, который первый в голову приходит. Пушкин? Да. Ну, Тургенев, ну, навряд ли. Вот, кстати, вы не попали, это Пушкин. Пушкин? Да. Фу ты, блин. Какое самое глубокое озеро в мире? Тоже не знаю, Байкал. Байкал, правильно. Да. Байкал. Байкал. Верно. Россия. Верно, да. Байкал? Как еще раз? Байкал. Правильно. Байкал. Байкал. Правильно. В какой стране относится Тадж-Махал? Индия? Нет, сейчас. Тадж-Махал. Ну, такой слот в Балбете есть, я точно знаю. Тадж-Махал. Я не помню. Индия, кстати говоря, вот вы сказали, но я решила, что вы себя сами запутали. Вот так вот у нас каверзно все получается. Индия. Индия. Правильно. Тадж-Махал. Дубай, наверное, нет. Это Индия. Индия. В Индии. Правильно. Индия. Да, Индия. А знаете, как он выглядит, да? Ну да. Ну все, вы так просто задумались, и так, на всякий случай. Откуда родом Альфред Нобель? Его не знаю. А знаете, кто это? В честь которого назвали... Нобелевскую премию. Да, да, да. А это Швеция. Швеция. Нобель. Англия, может? Нет? Нет, нет, нет. Давайте Нобель. Какая это фамилия такая? К какой стране ее можно отнести? Нобель, я не знаю. Ель, Германия, может? Вот не Германия, нет. Германия? А подсказку можно? Это Европа. Ну, такая себе подсказка. Но давайте подумаем. Нобель, блин. Ну, это какая-то, наверное, страна, скорее всего, большой пятерки. Может, Франция? Нет? Нет, еще. Последнего давайте. Последнюю страну. Только не наугад. Подумайте. Это так известно, как бы, но... Блин, я не знаю, честно. Это Швеция. Швеция? Ого. Альфред. Не знаю, Германия, может быть. Нет? Ну, пусть будет Германия, но это, если что, Швеция. Норвегия. Ого. Нет. Печально. Это Швеция. Если что. Ну, близко. Ну, туда-сюда, там пару тысяч миллионов километров в целом. Да нет, да неправда, рядом. Ну рядом, ну все равно ж. Где-то в Европе. А конкретнее как-нибудь? Нобель. Фу-фу-фу. Ну где-то это ближе к Скандинавии будет, насколько. Ну где-то оттуда. Швеция это. О. Почти угадал. Да. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, на сколько вопросов правильно ответили вы, и ждите следующее видео. Всем пока!